Мэр Саяногорска Леонид Быков первым обозначил Надежде Максимовой проблемные вопросы, которые могут быть решены с привлечением федеральной помощи. Затем депутат Государственной Думы встретилась с работниками культуры. Ремонт краеведческого музея, приобретение новых музыкальных инструментов – это важно. Но людей волновали и частные вопросы. Скажите, планируют ли вернуть пенсию по выслугу лет преподавателям, вот в частности, музыкальной школы? Дело в том, что в 2001 году пенсию по выслуге лет сняли, и на тот момент надо было иметь стаж 16 лет 8 месяцев. Законопроектов рассматривается много, в том числе, естественно, восстановление того, что там раньше было предусмотрено и так далее. Но в каком состоянии находится, как проработка, поскольку все-таки я не во всех комитетах могу присутствовать на заседаниях, поэтому могу дать неправильный ответ. А в этом случае я просто сделаю запрос и на него вам дам ответ официального нашего министерства. Надежда Максимова побывала в городской художественной школе, посетила геронтологический центр и встретилась с общественниками. Их более всего волнует медицинское обслуживание горожан. К некоторым врачам можно попасть только за деньги. Очень многие высказывают подозрения, смущения, какие-то сомнения, куда же вот эти огромные средства, которые перечисляются, уходят. Они должны быть на лечение людей направлены, а этого вот нет. Вот такие вопросы именно здравоохранения мы хотели бы, чтобы это было возможно порешать на уровне Государственной Думы, на уровне Республики Хакасия. Медицинская тема стала одной из самых главных на встрече. В частности, саяногорцы сетовали на нехватку узких специалистов. Проблема обострилась с реформой ведомства после ликвидации муниципальных отделов здравоохранения. В каждом случае есть какие-то одни своеобразные вопросы, которые нужно решать как раз для конкретного города. Я не говорю, что они решаются на федеральном уровне, хотя некоторые из них и на федеральный уровень мы выносим обязательно. И помощь какая-то из федерального бюджета дополнительно оказывается. Но очень многие вопросы, которые нужно решать на республиканском, на местном уровне. Я думаю, что постепенно мы общие подходы к решению этих вопросов находим. Надежда Максимова пообещала саяногорцам, что ни один вопрос не останется без ответа. Виктор Лушников, Евгений Твардовский, Юрий Сагалаков, Вести Хакасия.